На днях комиссии начнут проверять готовность школ области к новому учебному году. Из бюджета выделили более 11 миллионов рублей на капитальные и текущие ремонты, новую мебель и обновление материально-технической базы. Паспорта готовности учреждения образования получат до 1 августа. В стране установлены перечни специальностей, на которые отдельных абитуриентов возьмут без экзаменов. В списке для колледжей 25 специальностей. В их числе технология машиностроения, горные машины и оборудование, агрономия. В графе для вузов 28 позиций. Среди них агрономия, зоотехния, ветеринарная медицина, лесное хозяйство. Белшина выпустила новую зимнюю продукцию для грузовиков. Линейка пополнилась изделиями двух моделей и размеров. Обе шины бескамерные радиальные с зимним рисунком протектора. Они предназначены для ведущих осей автомобилей типа МАЗ на заснеженных и обледенелых дорогах. Райпо области заготовили более 70 тонн черники. Ей занимаются в 5 районах региона. Черную ягоду принимают сельские магазины. Закупочная цена 3 рубля 80 копеек за килограмм. Позже свежие ягоды поступают на рынки Бобруйска, Могилева и Минска. Открыт прием заявок на участие в национальном отборе детского Евровидения. Их необходимо прислать на сайт Белтелерадиокомпании до 15 августа. До 24 числа фокус-группа выберет участников финала. Он может пройти как в формате прослушивания без теле- и интернет-трансляции, так и в привычном формате гала-концерта.